Владислав Лиховидов. Лихо. Город Волгоград, Россия. У нас было, получается, трое человек отдельно, когда, в принципе, наше подразделение не было осведомлено, куда мы едем. Алло, Маш, привет. Я не знаю, где я нахожусь. Потому что изначально мы должны были ехать на Апук. Вот, то есть как раз в этот день мы узнали, что, в принципе, нас везут на войну, и мы как бы не хотим участвовать, и поэтому сбежали. В общем, сплюнул. Все нормально, меня никто не бьет, кормят, все хорошо. У меня к тебе четыре просьбы. Первое, это, пожалуйста, найди Веронику Науменко и напиши ей, что зима. Все. Ну, нас обстреляли, то есть в городе вначале. Мы сели, то есть узнали как раз про войну. После того, как вышли второй раз с БМП, потому что наше подразделение ездило на БМП-2. Ну, в принципе, еще попробуй найти ВКонтакте Егора Долганова, пацана, который с нами. И кого-нибудь... А?